Вообще, что скажете? Первый раз меня Сергей Харитонов сегодня разбудил. Рысов так Рома быстренько приехал. Я нахожусь у хороших людей в Лимфорде. Будем кушать пироги, познакомлюсь с людьми. Вот приехал, отведал ваш пирожок. Ел пирог с семгой. Сейчас будет есть пирог с клубникой. Действительно, я подтверждаю слова Сергея Харитонова. Эти пирожки могут сравниться с пирожками наших бабушек. И спасибо вашему заведению, что вы сохранили эти технологии. И мы обязательно будем рекомендовать их всем нашим друзьям, товарищам. Спасибо большое за отзыв. Приятного вам тоже аппетита. Спасибо.